урофлуометрии. Мы смотрим объемную скорость потока мочи. Для чего мы это делаем? Любой пациент, приходящий к нам с жалобами на затрудненное мочеиспускание, прерывистое, к примеру, вялую строй мочи, обязательно подлежит этому исследованию. Оно заключается в измерении объемной скорости потока мочи. Пациент за час до обследования выпивает литр воды, либо с утра, например, он помочился и до определенного времени просто потихоньку пьет воду, чтобы мочевой пузырь постепенно наполнился. И с физиологическим желанием помочиться мы проводим это обследование. Оно заключается в том, что человек вписывает в данный прибор, прибор регистрирует объемную скорость потока мочи, и врач расшифровывает эту кривую. По этой кривой можно расценить, насколько было затруднено мочеиспускание, есть ли какие-то нарушения, и по урофлуограмме мы делаем выводы о дальнейшем лечении или диагностических мероприятиях.